и потом, внимание, Голубев начал драться с Хантом, ну или наоборот, полез Чесалин туда же, там где-то вон он со спины вылезает, Евгений тоже вот раз-раз, разнимает все это дело Дойл Сомерби, но после этого начинает еще общаться Мартемьянов, я так понимаю, что с Айрландом. Айрланд, между прочим, дрался с тренером соперника, когда он был главным тренером в Швейцарии, когда он тренировал Лугана. Спасибо большое Владимиру Максимову, что вот он мне об этом сказал. Ну и вот дальше там, вот видите, пошло-пошло общение. Потом Айрланд побежал за арбитрами. Короче, я уверен, что это инцидент, который обязательно Лига со всех сторон рассмотрит. И, внимание, у нас на льду сейчас...